Всем привет! Наконец-то мы с вами дождались куколок Лол 4 серии. Эти куколки Лол – шпионы, самые необычные из всех куколок Лол, выпущенных компанией до этого. Куколки очень яркие и необычные, но еще очень интересно спрятаны в капсуле. Теперь они находятся не в пакетиках, как мы привыкли, а спрятаны в силиконовые костюмчики. Силиконовый костюмчик состоит из двух частей. В верхней части можно снять глазки, и куколки становятся просто незаметными шпионами. Нам не сразу было понятно, для чего же нужен этот костюмчик. Но посмотрев видео с первыми распаковками куколок Лол, сразу стало все понятно. Как? Вы еще не видели это видео? Тогда обязательно переходите по ссылочке в описании. Эти защитные силиконовые костюмчики делают куколок Лол похожими на куколок Лололупси. И если убрать силиконовую защиту на глазках, то куколки становятся просто незаметными. Они превращаются в настоящих шпионов. Так как часть капсулы, в которой находятся куколки Лол, прозрачная, то эти силиконовые костюмчики не дают разглядеть, кто же спрятался под ними. И лишь сняв этот костюмчик, мы с вами можем увидеть куколок-шпионов. Ну и как оказалось, силиконовые костюмчики очень разнообразны и невероятно красивы, как и сами куколки. Сейчас я покажу вам, какие же нас ждут силиконовые костюмчики. И первый – вот этот ярко-розовый костюмчик с прикольной прической с бигудями. И под этим костюмчиком спрятана куколка из Спуки-клаба, клуба страшилок Контес. Силиконовые костюмчики по форме одинаковы. Меняется у них только цвет. Это мы видим из первой распаковочки. Костюмчик одинаковый, но вот цвет может быть либо голубой, либо розовый. А в этот силиконовый костюмчик голубого цвета спряталась куколка Big City BB. Костюмчик мне очень похож на барашка. В нежно-розовом костюмчике с бигудями спряталась куколка-гонщица Drag Racer. В золотых капсулах нас не только ждут очень редкие куколки, но и необыкновенные силиконовые костюмчики. Вот в таком вот полупрозрачном силиконовом костюмчике с блестяшками в форме русалочки спряталась куколка Блин Квин. Волосы русалочки уложены в форме чалмы. Кстати, эти силиконовые костюмчики мягче, чем у обычных куколок. А вот и силиконовый костюмчик в форме египетского фараона. И под ним прячется Great Baby. В розовом костюмчике русалочки спряталась Кэдди Кьюти. Куколка-спортсменка, которая занимается гольфом. Такая гольф-леди! В костюмчике барашка розового цвета спряталась куколка Трула из Спуки Клаба. Куколка, которая похожа на Майкла Джексона. В костюмчике розовой русалочки от нас прячется куколка Эйдс Биби из Поп-клуба. А в костюмчике фараона нежно-розового цвета спряталась Эс Ив Бэби. И снова золотой шар с необычным силиконовым костюмчиком. На этот раз это нежно-розовый костюмчик с блестками, под которым прячется куколка из арт-клуба Pop Heart, изображенная на обложке капсулы. Ребята, а какой из силиконовых костюмчиков вам понравился больше всего? Пишите в комментариях. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить пальчики вверх. Всем пока-пока!